Сегодня в нашем городе Щелково на мемориале на Гребенской горе собрались ветераны, жители города, работники администрации различных предприятий для того, чтобы возложить цветы и почтить минуты молчания павших. Огромной, непомерной ценой далась победа в Великой Отечественной войне нашему народу. Годы кропотливой борьбы, выдающиеся подвиги в сражениях отзываются гордостью и болью трагедии в наших сердцах. Миллионам граждан Советского Союза так и не довелось увидеть цветущий май 45-го года. 74 года прошло с Великого Дня Победы. Вы знаете, ведь немцы очень дотошный и педантичный народ. И перед тем, как идти на Советский Союз, на Россию, они просчитали все. Тактически, стратегически, финансово, технически, экономически. Что же они не учли? Почему через 4 года прозвучал Великий Май? Они не учли силу духа русского народа. 74-я годовщина победы нашего народа в Великой Отечественной войне – это не просто большая дата. Это напоминание о том, что каждый день мы должны быть благодарны за то, что живем в мирное время, за то, что наши дедушки и бабушки помогли сделать нынешние дни спокойными и счастливыми. Я пожелаю того, чтобы мои правнуки не пережили того, чего пережил я. А что бы ты пожелала всем в этот день? Чтобы Россия побеждала. Для нас Россия всегда будет победителем, ведь пока жива память о тех, кто для нас ее отвоевал, ощущение патриотического духа не покинет наши сердца. Мы еще раз поздравляем всех с праздником Великой Победы. Ура! Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».